Бана, глянь. Ага. По покупке не просрать? Да не просрать не будем ничего, потому что мой пакетик, мокрую салфетку это. Вот Влада же подавала. Пакетик? Подавала. А что ты приняла, что сорвать? А можем мы тут тогда сядем? Им так можно здесь тогда? Да. Вот подсветкой стоит! Да? Вот подсветкой, да. Свои, да. Не, можно у них попросить, они принесут за деньги. А у меня есть пакет с брезентом. Я пока покажу сюда. Да, поставь пока, я там уже там набляться. Thank you.
Избиение младенцев. Избиение младенцев будет. Не скажи. Я так не сказал. Смотри. Маленькие могут такое чертить, что. Юра, ты что, нас снимаешь опять, да? Да. Я понял. А Юра, ты, Юра, ты это маленький, видеофиксация. А ты, ты запытал? Я маленький, а? Разрешение. А, да, 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 там разрешение, письменное. Если мы находимся в общественном месте, и ты видишь камеру и ничего при этом не говоришь, это считается, что ты дал соглашение по умолчанию. Да. А если увидел камеру, и ты говорил. Молча знаю сгоды. А если не видел, то. Мои проблемы. Все против тебя. А ты что, если бы тебя все ходили и рассказывали в объектив, в скольких камер ты попадаешь, тебя задергали за день. Не, ну где-то, чтобы эту тему ввели. О, так ты сейчас начнешь тут летать по всей площадке. Сейчас Феникс. Мы все против тебя играть будем. Он на допинге, ребята, вот почему наша команда свела. Я только открыл банок. Только предыдущую. Эту баночку, да, а предыдущую? Только пригубил. Предыдущая была лимон. А, вот это тоже лимон. Не спалил. Какая сетка? Где? Я? Сетка? Я ничего, сколько я играл, наоборот, признаваться нельзя. Если уже совсем уже там очевидно, тогда да. Мы такие правила. Такими людьми играют. Сам таким стал. Да. А что, это проблема команды, которая проиграла, если она не увидела. Так, проблема тренера. Тренера у вас нет. Давайте. Да. Проблема с тренером. Давайте. Так, вы на красный потом едете. Саша, Юра. Переделитесь. Давайте переделитесь. Жень! Иди сюда. Так давай мы тогда с Дашей капитаном, я тебя возьму в свою команду и играем, да? Нет, так не работает. Так, давайте. Капитанов выбирать, Андрей и Витя. Капитаны выбирать или Витя? Так мы сначала должны поспорить. По-мужски, да. А, поспорить. Кто забирает Алексея? Давай забирай. Я напоминаю, что я спал сегодня часик. Ну, два Лешенька, половина. И меня можно забрать. Все, мы, короче, махнули. Команду с очками. Я Юрий. Сейчас у вас те же составы будут, только не с Лешей поменяются. Так. Вроде так. И Владислав остался нам. А, ну все нормально. Видите, с Андреем отходит, короче, в камере, да? По сути, да. Полями поменяли. Из четырех человек перешли. А баночки не взяли? Не трогаем. Я должен капитан, новая команда.